Сегодня же презентация коктейльной карты. Все очень вкусно выглядит. Мы уже себе заказали два и ждем, как это будет делать. Кирилл! Да. Расскажи, что нужно уметь, знать, как себя чувствовать, чтобы быть классным бариком, таким как ты? Ну, я думаю, главное желание, как бы это самое главное. Главное знать, чего ты хочешь, и я думаю, все получится. Для этого у нас есть ты, которая всегда может помочь. Не, ну а с чего начинать? Начинать с того, чтобы желание. По барам ходить, я не знаю. Да. Для начала надо понимать суть всего, да? Для начала надо читать за алкоголь. Потом надо начинать читать, как работать, да, как общаться с гостями. Ходить по барам, смотреть за бартендерами, как они работают. Как они держат шейкер, как они делают шейк, как они... берут джиггер, как бы минимальные вещи, которые я сейчас не могу теперь найти. Мандариновый сироп, и за вас, кстати, Анастасия. Я выпила весь мандариновый сироп? Ну, получается, да, его чуть-чуть осталось, и теперь я не знаю, что делать. Так что главное... Кирилл, а сколько уже работаешь на этой позиции? Ну, просто в этой профессии. В этой профессии я работаю уже 6 лет. А-а-а! Не так много, время летит, но на самом деле надо стремиться, не стоять на месте. И я думаю, тогда будет все получаться. И за любым советом всегда можете обращаться ко мне, к Анастасии, мы всегда рады. Совет да любовь. Да, ну и не только по барам. Ко мне за советом, Кирилл. Если, в принципе, в других направлениях мы тоже открыты, в принципе, всегда. Кирилл, ну а расскажи, пожалуйста, английский, что с ним делать? Ну, английский, как бы, на самом деле, приходит там, потому что туда я приехал без английского, как бы, и не разговаривал на нем вообще, да. Я приехал помощником, да, сейчас я уже главный на баре и заведую баром, да, один из лучших баров Дубая. А расскажи о своем заведении. Это Mercury Lounge, это лучший руфтоп в Дубае на данный момент. Находится он в Four Seasons. Это тоже, это лучшая сеть мира, как бы, ну, я думаю, где кто знает, кто был где-то, отдыхал, кто слышал об этом. У нас получается ресторан, лаунж. После 11 у нас саксофонисты, пианисты, очень вкусные коктейли. Ну, в принципе, очень интересное заведение. Как бы это показывает то, что я без английского, без ничего, да, я попал туда. Просто на желание. Просто на желание. Сила воли, улыбка, харизма. Ну, без этого тоже никуда не обойтись. На самом деле, как бы, главное хотеть и знать, чего ты хочешь в жизни, и тогда будет, я думаю, все. Я приехал, даже не понимал, когда мне говорят, как дела, я думал, хорошо, мне говорят, хорошо, привет. И в окончательном итоге, да, как бы, главное стремиться, главное не бояться и делать шаг в жизни. А чем отличается вот бар здесь и в Дубае? Я бы не сказал, что они особо отличаются на самом деле. Я думаю, просто как бы в Дубае бартендеры немного серьезнее как бы относятся к своему делу. Немного профессиональнее, я думаю, как бы. А коктейли такие же популярные? Вот какие самые популярные коктейли в Дубае, которые вот ты делаешь? На самом деле сейчас культура по коктейлям выросла, и гости хотят пробовать, да, которые именно в твоем баре. У нас классики, как и везде, Негрони, Олд Фэшн, в принципе, ничего не меняется. Но сейчас большинство гостей уже стараются пить то, что есть именно только в твоем баре, чтобы почувствовать эту особенность. Крутяк, крутяк. А ты в многих барах мира вообще был? Я был, ну, конечно, потому что, когда ты идешь в другой бар, ты берешь опыт, да, ты читаешь коктейльную карту, ты общаешься с людьми. Я думаю, во всех барах бывает. Ох, как у тебя получается задорно. Наверное, мышцы... Я уверена, что там бицуху так уже накачал просто этими шейкерами. Что можешь пожелать человеку, который не понимает в бартендерстве ничего? Но, в принципе, думаю, что это интересная, увлекательная профессия, можно пить на работе. Что ты пожелал такому человеку? Которому интересно просто посмотреть видео, будет любые коктейли и увидят простые нюансы, как это. Так.
Спасибо. Ну, до встречи в Дубае. До встречи. Всех жду. Так что в любое время всегда с вами. Сейчас я почувствовал на конкурсе какой-то красоты сейчас. Конечно. Сейчас вот когда, ждем творения. Это когда у меня было... А другой?